Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Как вы заметили, еду в поле. Отправляемся мы сегодня на рыбалочку. Посмотрим, что у нас получится. Погодка прекрасная. За окном у нас плюс 5 градусов. Поэтому решил, что дома сидеть перед компьютером, глаза портить. Набраться сил для следующих видеороликов. Так что, друзья, давайте, готовьте вкусняхи. Усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну что, добрался я уже на водоем. Встретил еще одних донецких ребят. Жека Лысый. Здорово, рыбачим, поедим канал. Уже готов. И еще один паренек. Всем привет, ребят. Стих Барди. Случайно, да, так встретились. Случайно, ничего да. Ничего не предвещало вообще. В общем, ребята, приехали на ночную рыбалку. В принципе, уже раскинули мы 9 палок. Приготовили различные виды прикорма, каши. Ну, а там посмотрим, как оно будет. В принципе, настроено серьезно так, что просто... Берег там занятый и берег там занятый. Но единственное, что он, видите, хлопец заходит 1,70 м в воду и кидает. Ну, в прошлом видео я тоже показывал. Не знаю, есть ли в этом толк. Ну, ребята, я смотрю, отдыхают там. Мангальчик, шашлычки, пахнет мяско. Так что врываются они по-своему. Ну, а вы готовьтесь. Ставьте свои ставки, поймаем мы что-то или нет. Кто больше наловит? Батл, да. Ну а мы, главное, выезжаем на природу, отдыхаем. Это нам нравится, поэтому выбирайтесь почаще с друзьями, со знакомыми, с любимыми, со своими и проводите вместе с ними время. Лучше, чем дома все-таки сидеть. Так что давайте, скоро будем раскидываться и уже ловить рыбу. Да. Ну что, ребята, решили сделать небольшой перекус. Так как многие пишут в комментариях, что вы приезжаете на рыбалку только покушать. Поэтому, ребята, снимаем, что мы сегодня будем кушать. На обзоре у нас сало. Смотрите, какое. Пахнет так же? А не, по-другому. Жека говорил, по-другому как-то солил. Смотрите, приправы, чесночок. Здесь у нас яйца, картошка, соль. Еще картошка. Охотничьи сосиски, чай. Тут у нас лук, сосиски. Сальцо. О, это по-другому пахнет, да? О, ребята, класс. И котлеты он внизу. Да, красота. Так, ну что? Настало время X. Так как мы на рыбалку ездим только пожрать, поэтому по просьбе трудящихся снимаем, как мы жрем. Мы да. Жрем, просто... а кушаем на природе. Кушаем, да, мы кушаем. Мы еще не закидывались, поэтому от безделья, ну что, будем кушать, а что делать? Надо набираться сил перед ночной рыбалочкой. Ночью мы, само собой, будем перекусывать. А ну, скажи, чем пахнет? Чем пахнет? О, синенький, да? Да. Ух ты! Да, сразу определили. Так, ладно, выключаемся, ребята, давайте. Всем приятного аппетита, поехали. Вот она тема по картошечку. Масло колхозное. Сейчас ночком, с лучком. Так берешь, вот так на картошечку. Отлично. А, как же ж пахнет. Вы слышите запах этот? Послышат они все. Послышат по-любому. Ты просто бомба. О. Так, а лук у тебя есть, да, почищенный? Есть, я почистил, я да. Я взял две луковицы, но я не чистил. Так, ладно, ребята, выключаемся. Всем приятного аппетита. Так, ребята, прикупил я себе еще напальчник для дальнего заброса. Вот такой у меня. Потому что при забрасывании нитка может здесь порезать пучку. Поэтому рекомендую. Так, ну что, закидываемся.
Пирог вроде почти немного. Угу. Закидывается тоже свои дальнобойные орудия. Готовил. Короче, ждем, друзья. Мы плотненько пообедали. Хорошо так. Поэтому... Ну что, друзья, закинулись. Будем ждать теперь клёв. Опа. Так, ребята, поклёвка. А. Чего? Так у меня аж реализация какая. Так, ребята, что-то тяну. Скорее всего, что карась. Подлещик, ух ты. Так, ребята, вот такой подлец долбанул. Опустила. Угу. Слышь, натяжка такая. И... Карасевич хороший. Доставай там. Хороший злодей. Блядь. Ну такой грамм 300, наверное, законно, а то и больше. Сейчас покажу. А чё ж он это самое? То я, может, поел реально. За нижнюю губу, как по методичке. Ну, все как положено. А клевал аккуратненько, да? Да. Еле-еле так. Пик, что-то пик потихонечку. Хорошо зацепился. Угу. А, он бы не сошел, блин, в любом случае. Да, ты так его я не могу. Не можешь, да. Пробила губу насквозь и не вылазит. Надо этим. О, о, сошел. Выскочил. Хороший парень. Так, ребята, сколько, думаете? Грамм 200 есть? Да больше. А клевал чуть-чуть. Еле-еле. Пик, ага. Пик такой, как подлещичек манюсь. Ладно, перенаживляемся. Ля, леска. Карасик, небось, опять потихонечку. Да, 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 да. Натяжка хорошая. А куда он увел? Ты видел? Оно у тебя потихонечку и пикает. Ага. Ля хуярит, ля. Ага. Хороший у них уже пацаны. Все, за все. А, наверное, да, на них уже так. Да? Натяжка такая. Я не могу понять. Чего она туго так идет? Либо хороший карась сидит. Либо понад... Ну а какая бровка? Я не могу понять просто. Красные глаза, подлещик. Не сказать, что что-то большое там. Так, ты видел, как он пищит? А клюет потихонечку, еле-еле. Так, вот еще подлещик. А клюет, пик... Пик. Тараночный вариант такой, да? Да. Так, ребята, опустил. О. О. Натяжка хорошая. Явно не малой какой-то.
Подлещик. Лавруха. Я тебе энергии зарядил. Так, на тараночку его. Нету ничего. А не, давит что-то. Саня, мне это что-то напоминает. Что? Помнишь нашу рыбалку? Ну у меня сейчас реализация хоть поднялась. Засекаются. Ты в рекомендуемые погнал. Я в рекомендуемые погнал. Да, на прошлой рыбалке у меня поклевок было много, а реализации никакой. Смотри, как зацепился. За два крючка. Ага, жадный. То есть шансов у него не было. Хороший на тараночку подлещик, да? Отличный. Он, я бы какался даже. Горохом? Это секретной прикормкой. Опустил. Да, есть. Что-то небольшое, но есть. Натяжка небольшая. Подлещик. Вот, ребята, как раз на тараночку. Глаза светятся, видите как? 50 метров. Так, что? Опустила? Печенюшку как раз ем. Опускает. О, есть натяжечка. Да не. Короче, закидывал удочку, соскочил палец. Ну, может, метров 40-50, не больше. Под берегом, да? Угу. Да, думаю, да пусть стоит. Не-а, нема ничего. Опять та же самая балда. Ага, ну было. Было. Не засек. А-а. Как он забагрился. Так, уже кипоклевка. Залоп, лянь. Он жрал кашу, падал. Два сразу.
Он, короче, в лобешню забагрился, вот этот бедолага не знал, что делать. Пик, пик, а ну больно же видно, понял? Он вроде дернется, а ну больно. И сидит тихонько, падла. Угу. Вот и Жека обновился. Угу. Все только начинается. Только начинается 100%. Так, ребята, 2.15. Сейчас будем перенаживляться. Вот сейчас теперь начнется действительно. Эльдорадо. Хотел бросить в ведро с водой под лещик, глянь. Раз. Воду прихватило. Ого, хорошо прихватило. Угу. Сейчас, Жека, он сейчас тебе тут забрызгает всю вот эту кого? Твою... Кого? Да он сейчас быстренько там... Замерзнет. Замерзнет и все. А что, видите, это не стихает? Нет, сидит, он как-то дергается. Дергается, дергается. А у тебя конец, как у фидера. Глянь, а у тебя на это... Да, 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 подсекай, Жека. Бери, да не на, побери. Ну, не сильно, да. Все равно подсекнул. Не, я легонечко. Легонько? Есть? Ну что? Так, у Жеки вторая поклевка. А, гнется палка. Гнется хорошо. Лег как на черных камнях, присесть некогда, елки-палки. Да я же устал сегодня. Ну там еще не маленький, полезненько идет. Может мелкий. Но крючки хорошие, должно засекаться нормально. Так, а был? Был. Ты видишь, примораживают концы и не слышно, когда клюет. Друзья, ну вот и пришло время заканчивать этот видеоролик. Собрались мы с рыбалки. Время на природе провели отлично, чего и вам желаю. Почаще выбирайтесь, отдыхайте. Это лучше, чем сидеть дома за компьютером. Вот уже отправляюсь домой. У нас здесь поезд. Проезжает, тот как раз надо было на него попасть. Смотрите, какой длинный, вагонов 65 насчитал. Ну, если вам нравятся такие выпуски, вы знаете, что делать. С вас абсолютно любые адекватные, креативные комментарии внизу под этим видео. С вами на канале был Виконста, до новых встреч, пока-пока.